Дорогие подписчики, мои комментарии, видеосъемки иногда резко прерываются, ну, из-за того, что переполнена память. Но я хотела бы сказать о том, что мы все равно не опускаем руки, делаем все возможное для того, чтобы у нас наши животные не страдали. Ну и, конечно, еще раз хочу поблагодарить за вашу помощь, за вашу поддержку. Очень много звонков и очень много предложений и помощи. Спасибо вам большое и огромное. И еще хотела бы сказать о том, что наше обращение к зоомаме игнорируется. Мы обращались уже и не раз, но тем не менее, значит, нас блокируют и блокируют даже подписчиков, которые тоже к ней обращаются. Ну, давайте делать выводы о том, что пиар для кого-то тоже есть часть ихней деятельности, самодеятельности. Ну, а у нас, вы видите, то, что мы доносим до людей, показываем. Спасибо еще раз всем большое.